каком возрасте лучше всего создавать семью? Ну, мне кажется, что это все индивидуально. Это все зависит от девушки, когда она сама посчитает нужным и готовой, и станет уже морально, самое главное, готовой к замужеству, к семье. Парень есть? Нет. Эх, жалко. Ребята, присмотритесь, хорошая девушка. А сколько вам лет-то? 16. Ой, прошу прощения. До свидания, всего хорошего. Любви все возрасты покорны. Несмотря ни на что. Несмотря. И 18, и в 30. Несмотря ни на что. Если решили сделать такую, в кавычках, там, глупость, да, или там. Ну, делайте что. Мне кажется, 18. Если ты осознанный человек и знаешь свои шаги, ну, на будущее, то, в принципе, 18 тоже пойдет. Ну, если ты человек, который пойдет в университет, и будешь учиться, карьера, все дело, тогда 30. Вот. Девушка есть у вас? Нет, так. Девушка есть? 18 есть? Нет, 18 нет, но девушка планируется, да, скоро, наверное, будет. Найдете обязательно, тем более пришла весна. Хорошо учитесь, всего хорошего, спасибо. Ну, смотря для кого, для юноши или для девушки? И для девушек, и для парней. Ну, для парней, наверное, после 25, когда они уже такие более зрелые. А девушки, ну, 22, 23, 20. Нормально. Ну, конечно. Ну, смотря, ну, каждый человек сам выбирает. Например, мне, я думаю, что 21, 23 или 22. А то у нас же как бы и 18 нормально. Как вы на это смотрите? Я думаю, не надо, потому что каждая девушка должна иметь свой бизнес. Она тоже должна, как сказать, идти к своему... Не просить, да, у мужа, дай деньги на маникюр, я сама. Да, да. Каждая женщина должна, как сказать, зарабатывать сама и также не просить у мужа. Самый идеальный? Ну, по мне, это лет такие 25. Ну, понимаете, да? Я понимаю, мне 28, конечно, я понимаю. Ну, также, чтобы... Ну, это чисто мое мнение. Конечно. Чтобы мужчина был лет так, ну, на 5 старше своей будущей, так сказать, невесты. Ну. А многоженство одобряете? А многоженство, нет, на самом деле, не одобряю. А любовницу? Ну, это же неправильно. Тоже верно. Идеальный возраст для того, чтобы создать семью, вот, как девушки. Нет, и девушки, и мальчики. 23, 25, 22, 23. Вам сколько, если не секрет? Пока еще 20 нет. А, нет, а то да. Думали украсть, может быть. Ладно, тогда всего хорошего. Сейчас договорят. Все хорошо. Подождем. Ага. Хорошо, хорошо. Ну, давайте, ага. Пока-пока. Вот слушайте, везде висят баннеры вот эти, давай, пора жениться, и такой вопрос, идеальный возраст для того, чтобы создать семью. Ой, вы знаете, я женился в 22 года, и я считаю, что для меня это идеально. То есть сейчас мне 34 года, у меня 13 лет брака за спиной, уже 11-летний сын. Я считаю, что чем раньше, тем лучше, тем и легче притереться будет.